Дорожники Химок во время обильных осадков активно выходят на борьбу со снегом. Для уборки проезжей части закупили современное оборудование. Кроме того, больше полусотни человек задействовали для чистки тротуаров. Екатерина Казионова живет в Старых Химках. Утром и вечером гуляет с ребенком, подмечает. В целом с уборкой справляются, но есть недостатки. Ну, здесь около администрации говорю, что чистят хорошо, в сквере хорошо чистят. Вот. А если уехать куда-нибудь за пределы, даже вот на Маяковскую, например, улицу. Там уже, например, по пешеходным дорожкам уже тяжело пройти. Для борьбы со снегом вывели больше 160 единиц техники и, конечно, личный состав – около 1000 человек. Прометают и обрабатывают проезжую часть, вывозят снег. С начала декабря на самосвалы погрузили уже 9000 кубометров. Борются и с гололедом. В этом году на примере Москвы обрабатывают дороги и тротуары не только песко-соляной смесью. Сами знаете, по весне этот песок весь собирается в лотки, его приходится выгребать и так далее. Вот. А чистая соль, она и лучше действует, и от нее меньше грязи, как говорится. Песок это более, ну, песко-соляная смесь, она более дешевая, раньше применялась. Сейчас с этого года используется только чистая соль. Избавить город от снега помогут и предприниматели. Строительные компании округа в случае необходимости предоставят еще порядка 50 единиц техники.